Перед тем, как вернуться на Землю, участники миссии Шэньчжоу-18 передали экипажу Шэньчжоу-19 управление и символические ключи от орбитальной станции. В канцелярии программы пилотируемой космонавтики КНР сообщили, что тайконавты успешно выполнили все свои задачи за полгода на орбите. Капсула с экипажем Шэньчжоу-18 приземлилась ночью 4 ноября на площадке Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия. Посадка прошла в штатном режиме. Все трое тайконавтов чувствуют себя хорошо. Но на полигоне были готовы и к форс-мажору. Специалисты тщательно подготовились к прибытию покорителей космоса. Накануне посадки здесь прошли комплексные учения по поисково-спасательным операциям. Также на площадке отработали действия на случай неблагоприятных метеоусловий и других осложнений при посадке.